Премьер-лиги. Сейчас ими наградят всех членов баскетбольного клуба «Ферус НТУ». Улыбки на лицах баскетболистов. Сейчас Рэнди Калпапер получил свою медаль. С улыбкой принимает награду игрок Ферус НТУ. Уже остается совсем мало до окончания сезона для Ферус НТУ и Политехники Галичины. Уже буквально через несколько недель команды начнут подготовку к следующему сезону. Конечно, это не касается игроков, касается это администрации, руководства клубов. Пока принимают поздравления игроки Ферус НТУ. И вот кубок, который получит капитан Ферус НТУ Александр Рыбалко. Доволен капитан запорожской команды. Джереми Шаппел тоже решил подержать в руках награду. Рэнди Калпапер примерился к кубку. Мы же с вами...